Друзья, братья по оружию, вас всех приветствую, Геннадий Терновский, с новым видео. Тема данного видео — команда Т. Неоднократно мне уже писали люди, просили рассказать, откуда появилась команда, что означает история и так далее. Вот. Сейчас я все это расскажу. Я когда пришел в 98-м году в Витязь после училища, этот вопрос тоже мне интересовал, задал ее своему наставнику, легендарному спецназовцу Артуру Козлову. Он один из героев моей книги «Окропленные». Вот. Но сейчас перед этим видео я еще раз позвонил Сергею Ивановичу, чтобы уже никаких не было там искажений, скажем так, исторических фактов. Я позвонил, вот. Все уточнил еще раз. И вот история команды Т. Значит, команда Т появилась в УРСН, я думаю, еще в самом начале УРСН создания она появилась на занятиях по рукопашному бою, как команда к действию, к выполнению приемов. То есть, когда выполняются в парах, выполнялись приемы, один защищается, один атакует, второй защищается. В общем, звучала команда. Первые номера там выполняют удар, вторые номера выполняют блок. Приготовились — Т. В общем, короткая команда, вот она такая была. И вот так вот ее начали использовать на занятиях по рукопашному бою в качестве сигнала к действию, к началу выполнения приемов. Вот. Но с учетом того, конечно, что там рукопашным боем постоянно занимаясь, команда звучала постоянно, конечно, она невольно стала входить в обиход спецназовцев. И понятно, что это звучало только в подразделении спецназа, больше нигде. Соответственно, это стало неким символом спецназа. Вот со временем она, конечно, начала применяться в повседневной жизни как команда к действию. Да, там приготовились Т, там иди сюда, сделай вот это Т. Там, ну, как примерно, да, или как кто книгу читал, знает, там тоже слышал, когда из реки вышли. Командир группы на землю лег, ноги поднял, всем ноги Т, все раз, ноги поднял, чтобы не говорить кучу слов каких-то, команда Т, пример показал, все поняли, все, что нужно сделать, приготовились, гранаты Т, все, гранаты кинули, вот, удобная, резкая, короткая, вот, опять же, начал разрастаться, бойцы начали применять ее вместо киай из карате, вместо там при ударах, при акцентировании удара, чтобы крик для акцентирования, да, вместо киай начали кричать Т. Вот, вместо ура боевым кличем стал тоже, да, Т, там. И это, опять же, кто читал книгу, знает, когда там шли в атаку, многие кричали именно Т. Вот. Но опять же, с учетом того, что это стало нашим спецназовским, только в спецназе эта команда звучала, в какой-то момент это, ну, стало, конечно, нашим символом, уже нашей традицией какой-то. Кто-то сказал спецназу Т в какой-то момент, да, кто, не знаю. Вот. Но это вот разрастание, это хорошее преобразование, рост, развитие традиции, такое правильное. Вот, в отличие от маразма с беретом, про который я записывал видео. Вот. Соответственно, вот так она разрасталась, эта традиция вот так росла. И, соответственно, за счет того, что она была такой жесткой, команда экспрессивной, короткой, и как бы вмещала в себя сразу она вот все, вот понимание, вот оно стало, то есть команда стала и командой к действию повседневно, там, повсеместно, и боевым кличем нашим, и девизом тоже спецназа стала, вот, и неким символом спецназа, уже традицией красивой, символом спецназа. Вот то, что я вам хотел рассказать сегодня о команде Т. Думаю, это интересно, это здорово. Вот, и в завершение видео спецназу Т.